задавали вопросы в рубрику «По вашим письмам», пришло время услышать ответ. Сегодня в студии Наталья Гейчик. Сообщение на электронный адрес отправила Елена. Здравствуйте, я живу в новом многоквартирном доме по улице Генерала Наумова, 19. За коммунальные услуги, а именно содержание, техническое обслуживание, текущий ремонт, нам начисляют 22 рубля 17 копеек с квадратного метра. И отдельно за вывоз мусора 3 рубля 51 копейка. У нас есть мусоропроводы, но они закрыты, и мусор мы выносим на улицу в контейнер. Я знаю, что вывоз мусора из мусоропровода входит в стоимость содержания жилья. У меня такой вопрос. Правомерно ли управляющая компания начисляет отдельной строкой вывоз мусора? Ведь получается, что мы, жильцы, платим дважды. Елена, безусловно, дважды за вывоз мусора вы не должны платить. В вашем случае плата за вывоз мусора из мусоропровода должна перейти в оплату вывоза мусора через контейнерные площадки. И если в этом случае средств не хватает, поскольку работа несколько дороже, чем уборка мусоропровода, вы должны просто доплачивать. В данной ситуации управляющая компания должна те ресурсы, которые сэкономлены в связи с тем, что жильцы не пользуются мусоропроводом, использовать на дополнительную оплату вывоза мусора с контейнерной площадки. Вот это принципиальная позиция, которая снимет эти все вопросы. Поскольку одна услуга не оказывается, другая услуга по объему возрастает. Соответственно, возрастает и там плата снимается, а тут возрастает. Валентина Михайловна спрашивает, хотелось бы узнать, по какой причине для малоимущих задержали субсидию. Вопрос понятен, спросим у ответственных лиц. Данная задержка была связана с перерасчетом субсидий в связи с изменением стандартов на оплату жилья и коммунальных услуг, в связи с чем был произведен перерасчет за период сентября 2012 года, так как это было требование федерального законодательства. И выплаты были произведены действительно немножко задержкой на 10 дней. Выплата произведена 20 июня. Это все вопросы на сегодня. Не услышали ответ на свой? Не переживайте, в ближайших выпусках рубрики он прозвучит обязательно. Всего доброго!